Hare Krishna. As some of you may know, there are more than 100 temples in Russia. Как многие из вас могут знать, в России более 100 храмов. А в СНГ более 150 храмов. In Russia we have a national council consisting of senior devotees that oversee the running of the temples. И в России у нас есть национальный совет, или вернее называется руководящий совет ЦОСКР, который занимается управлением храмов по всей России. The national council reports to the Russian DBC. И руководящий совет действует под управлением GBC по России. Vatican Prabhu just spoke with the chairman of the Russian National Council. И вот Ачутаку Прабу, который сейчас говорил, является председателем руководящего совета Центра общества сознания Кришны России. Он ученик нашего дорогого друга Рахини Сута Прабу. Он путешествует по всей России, помогает преданным по всей России. И вот в этом руководящем совете между преданными очень дружеские отношения, очень хорошие отношения. Я еще раз от сердца Махарадж всегда был очень добр ко мне, и очень люблю его, благодарен. Спасибо. Я прошу подготовиться с Анкашану Прабу и Ананда Шешу Прабу. Ананда Шешу Прабу, пожалуйста. Готовится Вишну Тадва Прабху на самом деле. Я приглашу Вишну Тадва, который присоединился там еще в 1987 году, ученик Вишну Прабху. Он является координатором Бхакти Вирхи по России, но я бы сказал, что он, наверное, все-таки координатор Бхакти Вирхи по всем трем мирам. И также он является региональным секретарем по Москве. Давайте поприветствуем Ангерани Прабху. Я, прежде всего, как регент-секретарь, сейчас московский ятры, хотел поблагодарить Махараджа за то, что он решил провести эту свою Вьяса-Пуджу в Москве. Давайте поблагодаримся вместе за это. Ученики по всему миру, я всегда приехал, столько приятных со всего мира. Но именно в Москве, именно в этом году, выпала такая удача. И это очень здорово. И я не мог сегодня не прийти сюда, не сказать несколько слов про Махараджа, хотя мы не так уж много общались в этой жизни, но некоторые важные встречи, которых мне хотелось вспомянуть сейчас, поделиться чуть-чуть жемчужинками. Вообще, Гопал Кришна Махарадж был первым духовным учителем, который увидел в своей жизни. В 1988 году, в конце года, он приехал в Москву, и я тогда был начинающий преданный, он сказал, что приехал гуру. Я думал, гуру это вообще как он выглядит, что это такое, я был в нетерпении увидеть настоящего духовного учителя, ехал на метро, на квартиру, духовной квартире на Кривадар Прабу собралось человек 150 тогда, мировая была высотой 1.5 метра в коридоре. Все поместились, московские преданные, которые были в то время. Я не был разочарован. Я понял, да, это духовный учитель. Это гуру Искон, это здорово. Потом мы встречались в Новосибирске, а там оказался президентом храма в 1991 году. Махарадж приезжал туда. И я помню первый вопрос, который он задал мне в машине, как книги снимаются в Новосибирске. Я был очень опытный президент и сказал, ну так как-то не очень распространяются. Он сказал, почему? Я по глупости ответил, ну, люди что-то не хотят из этих книг. Махарадж меня посмотрел, удивлен, сказал, реально?
что на самом деле не хотят. Потом я понял задание смысл этого реалии, что это от нас зависит, хотят люди или не хотят. Еще я помню первую Вьяса-Пуджу Гопал Кришна Махараджа в Москве, которая прошла в 98 году. Это был 98 год, непростой год. Но именно в том году была в зале Вьяса-Пуджа. Джабрака Махарадж тоже присутствовал на ней. Помню, как приятно прославляли Гопал Кришна Махараджа. Он так смущенно говорил, что мне очень неудобно слышать все эти прославления. Я стесняюсь, говорил он, при огромном зале своих учеников и последователей. Потом уже в 2000-е годы, когда немножко бхакти-дикша начала получаться в Москве, я помню, Махарадж сам подошел ко мне и сказал: «Пожалуйста, научи всех моих учеников, как правильно вести бхакти-дикшу». Были и другие встречи, но нет времени рассказывать об этом. Я хотел сказать мое понимание личности Гопал Кришны Махараджа и других возвышенных учеников Шри Прабхупады, которые сейчас живут на земле. Иногда, знаете, возникают споры, а есть в ИСКОН преданные высшего класса или нет, Махабхагаваты, Уттама Атхикари. Но Шрила Прабхупада дает очень ясное определение Уттама Атхикари. Уттама Атхикари – это тот, кто всю свою жизнь дает проповеди сознания Кришны. И в этом смысле такие, думаю, что Гопал Кришна Махарадж – это просто канонические Уттама Атхикари с точки зрения ИСКОН, с точки зрения Шрила Прабхупады. Это действительно великие души, которые пришли в этот мир со Шрилы Прабхупады, чтобы помочь ему в этом движении. Помню, Гопал Кришна Махарадж в одной лекции сказал: «У меня ушла ровно одна минута, чтобы принять сознание Кришны полностью». Когда я первый раз увидел Шрилу Прабхупаду. И это было больше 50 лет назад, и все эти дни, все эти годы – сплошное служение, с утра до вечера, с утра до вечера. Мы знаем, Махарадж спит очень мало, он постоянно проповедует, он постоянно общается, он постоянно делает что-то. Он говорит о служении постоянно. Мы пришли к нему однажды, когда приехали в Бомбей в 2006 году с группой паломников, позвал нас к себе в кабинет, он рассказывал о чем, о новостях бомбейского храма, о том, что строится, что построено, что будет построено. И вот это и есть то, что означает на самом деле быть Уттама Атхикари, на самом деле быть преданным высшего класса. Я очень благодарен Махараджу за этот пример. Этот пример всегда в моем сердце и в сердцах всех нас. И я молю о том, чтобы мы могли следовать по стопам Махараджа и тоже посвятить всю свою жизнь без остатка, все часы, все минуты, все секунды, посвятить этой прекрасной миссии Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи Махапрабху. Гопал Кришна Госвами Махарадж ки! Angira Muni is one of our active leaders in the Moscow area. Angira Muni Prabhu, один из наших самых активных лидеров в московском регионе. He always see the temple in Moscow this weekend. We have a regional council. Для управления храмами и проектами в Москве у нас существует региональный совет в Москве. Ангира Муни является региональным секретарем, председателем этого совета. И мы очень довольны его усилиями, его служением. Он ученик Прабхавишну Прабху. Ну что, спасибо. Я хотел пригласить еще одного преданного. Это он преданный, который присоединился, представьте, аж в конце 1980-х годов. Он из Киева. Давайте приветствуем Санкаршану Прабху. Ай! И, пожалуйста, приготовьте лишнюю татва Прабху и Ешамати нам на Прабху. Я очень счастлив, что присутствую сегодня на таком великом празднике. Это праздник, это самые большие праздники в нашей жизни. Я присутствую уже примерно, это четвертая Вьяса-Пуджа. Первая Вьяса-Пуджа была в Бомбее.
это было в начале 90-х годов, И сейчас мне бы хотелось, чтобы еще не было много-много таких событий. Я был бы очень счастлив, и я бы всегда, в любом случае, присутствовал на ней. Потому что выразить почтение нашему духовному учителю, это необходимость какая-то. Вот сердце, вы сами это чувствуете. И так, поэтому приятно быть сегодня здесь и прославить нашего дорогого. Я помню, Махарадж первый раз приехал к нам в город, и до этого много духовных учителей, много тогда было духовных учителей, очень много. Это начало 90-х годов. И я сердцем, вот сразу за один день, представляете, вот когда-то, я понял, что это мой духовный учитель. Как-то вот сразу увидел его и почувствовал, вот, наверное, это какие-то спросы в жизни. Я не могу сейчас оценить это чувство, что было сейчас. И потом я, конечно, получал инициацию, получил его милость. Я выполнял его наставление. Он сказал, первое, что было, то организовать, чтобы всегда при его приезде было жилье для его. Что мы с моей женой, конечно, сделали. Мы купили недалеко от храма дом. И всегда, грубо говоря, когда приезжал к нам, он всегда там поселился. Но я очень сожалею, что немного времени неотведено. И хочу, что не могу я еще полностью поставить нашу духовного учителя так, как он это заслужит. Ну, не хватает у нас. Ну вот чего-то, наверное, раз. Мой дорогой духовный учитель. И после этого мы всегда встречали вас искренне, преорганизовывались. И помню эти счастливые дни. Но, к сожалению, потом получилось так, что по состоянию, наверное, или по тому, как он любит вас, московских преданных, он перестал к нам приезжать. Это очень хорошо отвечает. И он говорил, что если вы меня действительно любите, так приезжайте сами ко мне сюда. Я уже не могу объездить все города. Так что вы сами должны все-таки прилагать тоже какие-то усилия. Не только я. У меня очень насыщенно. Вы знаете, как Махарадж. У меня уже нет времени. Действительно, вот, ну вот, кто был с ним, общался близко, вы искренне это понимали. Где-то вот. И сейчас мы приехали сюда, и я очень рад прославить Гуру Махарадж. Я хочу немножко почитать свои подношения. Время. Пожалуйста, примите мой почтительный поклон при ваших благостных путях. Мое сердце переполнено чувствами теплоты и уважения к вам. И мне хотелось бы прославить в этом подношении и ваш титанический труд на работу всех живых существ. На благо всех живых существ. Вы мой духовный учитель. И вы дали мне этот путь сознания Кришны. Благопотом я могу достичь духовного. Вы дали мне самую возвышенную цель. Это материальное творение. Это только ваша беспричинная. Перед вами, мой духовный учитель, я вечно долгу, так вы дали мне самые сокровенные знания. Но я говорю, я тут говорю тему, потому что я... Что такое? Это песчинка, в принципе. А мы все, это большая сила, которая действительно выполнит указания нашего духовного учителя. Знания, которые мы получили, это факт жизни для нас. Оно удовлетворяет нас на преданное служение Господу Кришне и делает мою жизнь посмысленной и оправданной. Мы восхищаемся вами. Ваша жизнь – это яркий пример преданности Господу Кришне. Ваше явление божественное. Потому что божественное явление вашего, по милости Кришны, вы бы не смогли поднять такой нектар в наших сердцах и предаться Господу. Ведь все из вас, вы ощущаете этот нектар в сердце. Мы счастливы, потому что у нас нет иной цели,
чем служить духовному учителю, его представителю Господа Христа. Без этого благословения Господа Христа вы не смогли бы сделать так много в этой жизни. Вы так много сделали, Махарадж. И еще я думаю, что Махарадж сделал очень много. Ведь еще... Пожалуйста, мой дорогой будущий, благословите меня на преданное служение Господу Христу. Преданное вам, чтобы я всегда помнил ваши наставления и помнил ваши слова. Мой дорогой духовный учитель, я молюсь Господу Христу, чтобы он всегда проливал на вас милость. Еще я вот скажу несколько слов, может быть, немного кто-то оценит, как я долго думал об этом, сказать или нет. Но я что-то скажу. Для меня и для как всех живых существ в этом материальном мире, собственно, жизнь наша, это самое дорогое, что есть. Что есть у нас, да? Каждый готов отдать много за продление жизни. И поэтому я хочу и прошу Господа Кришну, чтобы он забрал у меня время одного года жизни и отдал ее вам. Это была бы благодарность вам за то, что вы сделали для меня. И это позволит бы вам выбрать больше условных душ из этого мира. Потому что моя жизнь, она ничего не знает. А это большое спасибо, Санкашанкова. Дорогие выступающие, пожалуйста, планируйте свое выступление 2-3 минуты, потому что у нас очень-очень много желающих выступить. Но мы также продолжим после пира, вечером, те, кто не успеет до пира, могут выступить. Это идет любовный взаимообмен спонтанный такой. Спасибо. И следующего преданного я приглашаю, присоединился к движению в 1989 году. Был президентом храмов в Новосибирске, в Барнауле. Сейчас является вице-президентом ЦОЦКР и ответственным за развитие общественных связей. Я приглашаю Вишната Доброго. Пожалуйста, Вражендра нам на пробу из Дели. Приготовьтесь. Дорогой Гопал Кришна Махарадж, примите мои искренние поздравления и поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Дорогие ученики Махараджа, поздравляю вас с этим удивительным днем, день, когда ваша вера получает еще один очень мощный импульс. Я помню первое впечатление, первую программу тоже, когда я увидел Махараджа в 89 году, это была маленькая квартирка в Москве. В тот момент я, будучи молодым человеком, был сбит с толку, как, пожалуй, многие в моем возрасте. Пытаясь понять, зачем я живу, ни для чего, я не испытывал энтузиазма продолжать такую жизнь, которую вел. Но увидев Махараджа и услышав то, как он проповедует сознание Кришны, я понял, что это то, в чем я всегда нуждался. Я хотел выразить сегодня благодарность Гопалу Кришне Махараджу за тот толчок, который он дал не только мне в те годы. В тот год он приехал один из первых, как первооткрывателей сознания Кришны в нашей стране. И очень многие преданные присоединились к движению благодаря его визитам в ту пору. Мне хотелось бы отметить в особенности два удивительных качества Махараджа. Это решимость и ответственность. С самого первого раза я почувствовал, что это тот человек, который знает, зачем жить, для чего жить, каков смысл жизни.
И это решимость, которую я почувствовал в самом начале, я наблюдал ее в последующие годы, десятки лет, та решимость, которой Махарадж следует собственной духовной практике, решимость, которую он проповедует и вдохновляет других преданных. И еще одно качество – это ответственность. Я всегда чувствовал, что Гопал Кришна Махарадж знает, что делает. И знает, как должно развиваться это движение сознания Кришны. Сегодня, когда мы живем в очень странное, беспокойное время, умы людей часто разобщены. Так много идей, так много различных отклонений, в том числе и в нашем обществе. Но когда я оглядываюсь на жизнь Гопал Кришны Махараджа, на его пример, я обнаруживаю пример глубокой стабильности, верности наставлениям духовного учителя и решимости, которая стоит за этим. Глубокое чувство ответственности за это движение. При всех оригинальных идеях, которые возникают в нашем движении сегодня, как развивать миссию дальше, мы всегда нуждаемся в классическом варианте сознания Кришны. И мне кажется, представителем такого изначального классического сознания Кришны, то, как давал его Шри Прабхупада, таким представителем является, несомненно, Гопал Кришна Махарадж сегодня. И мне хочется пожелать Махараджу многих сил и решимости, и вдохновения на то, чтобы вдохновлять своих последователей. И также, пользуясь случаем, еще начиная фактически это служение здесь, в Москве, служение по связям с общественностью, я хотел бы обратиться к Махараджу с просьбой о благословении, зная его богатый опыт в этой сфере восстановления связи с разными людьми. Это очень важное служение сегодня, очень ответственное. Пожалуйста, Гопал Кришна Махарадж, дайте свои благословения. Возможно, по вашей милости у меня может что-то получиться также. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю всех учеников Махараджа. Будьте счастливы, вдохновляясь тем, как счастлив ваш Гуру Махарадж. Спасибо. Кришна Прабху. Я приглашаю для чтения подношения преданного, который присоединился в 1991 году. И он, по сути дела, открыл храм на Ботаническом. Он транскрибирует лекции Гопал Кришна Госвами, пишет книги о Кришне для детей. Давайте поприветствуйте ее Шаматинанду Прабху. Итак, вечером будет программа продолжения чтения подношений и приготовиться в Раджандра Намна Прабху. Дорогой Гуру Махарадж, я приношу вам свои почтительные поклоны. Вы очень дороги Кришне, потому что вы приняли прибежище у Волка Святого. Вы проповедуете и распространяете книги Шри Прабхупады по всему миру, и вы подлинный садху. Вся слава Шри Прабхупаде, вся слава Господу Джаганнатхи. Вы все в моей духовной жизни. Я молился, чтобы Господь послал мне духовного учителя, и в 91 году он исполнил мое желание. В январе я встретился с вами, и по вашему совету я начал практиковать сознание Кришны. С января 92 года я начал путешествовать с вами по СНГ. С 93-го я начал служить вам, служить в ИСКОН, как президент храма, затем как региональный секретарь. Я ездил с вами в течение 13 лет. В 2010 году я спросил у вас, какой Кришна план относительно меня. Вы сказали, что в свое время Кришна это раскроет. В этом же самом году я очень серьезно заболел. И теперь прошло 7 лет, и я почти выздоровел. Я возобновил свою садхану и опять начал служить. К этому времени мой сын уже вырос, и Кришна избавил меня от всех моих семейных обязанностей. Поэтому я могу теперь служить более бескорыстно. Я осознал, что я не могу быть таким хорошим менеджером Бхактисиддханты Прабху или таким замечательным проповедником, как Бхактинанда Кришна Махарадж. Я просто могу служить в соответствии с моими физическими и умственными способностями.
Я осознал, что я могу делать лучше всего, и как вы сказали, Кришна, что мне раскрылось. Поэтому я теперь транскрибирую ваши лекции на благо моих духовных братьев и сестер. Я проповедую через интернет, и я опять начал писать книжки для детей. Я также помогаю заботиться о преданных, поэтому теперь я полностью занят. Я просто молюсь Кришне, чтобы я мог продолжать служить, насколько мне будет позволять мое здоровье, потому что столько всего есть, чтобы заслужить. Еще раз я склоняюсь к вашему сынам, ваш недостойный сын и ученик, еще мать нам не даст. So feeling as though the Nana Prabhu was quite sick, but by Krishna's grace it recovered. I have a great debt to Yasamati Nana Prabhu. For nearly 30 years, which I would be day and night and helping a lot. I'm happy that Krishna has restored himself. Как вы знаете, Шимати Нана Прабху очень серьезно болел, но по милости Кришны он выздоровел. Я очень обязан Шимати Нандане Прабху, потому что в течение 13 лет он постоянно путешествовал со мной день и ночь, он очень много со мной путешествовал, и я очень счастлив, что Кришна по своей милости вернул ему здоровье. Вечером у нас будет программа, дорогие преданные, не забывайте, продолжение подношений. И я сейчас предлагаю единственного преданного, который присоединился в 1984 году. Это президент. В 19 часов. Он является президентом по связям с общественностью по всей Индии. И он вице-президент храма Дели Искон. Приглашаем, встречаем Раджендра Нандану Прабху. Hare Krishna. Param Pujaniya Gopal Goswami Maharaj ki jai. Vyasa-Puja Mahamahotsav ki jai. Vastav mein jo hum aaj se 35 saal pehle is kaam join kiya tha aur subah join kiya dusre din raat ko humko Mumbai bhej diya gaya. Achcha main Juhu Mandir gaya to wahan pe sare angrezon ka vatavaran tha, koi hindi bolne wala tha nahi. То, что он как пришел в мире. Когда я присоединился к движению сознания Кришны 33 года тому назад, утром я только познакомился с движением, и вечером меня отправили в Бомбейский храм. И там, конечно, для меня было сложно, потому что все говорили на английском языке там. То моя сожа, то мне дичан ки саньяси сину. Но ज्यादातर वहां पे जो सन्यासी थे, वो अंग्रेज लोग थे. То वहां पे हमारे कुछ इंडियन लोग हमको मिले. तो फिर गुरु महाराज जी स्वयं अमेरिका में थे. महाराज जी जब आए तो पहली बार अपने गुरु महाराज से सुना, तो इतनी विनम्रता के साथ, इतने हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हिंदी जब बात करना शुरू किया, तब मेरा दिल बहुत ही प्रभावित हुआ कि यही हमारे गुरु महाराज जी हैं. Там, когда я с ним встретился, я сразу почувствовал, что он является мой духовный учитель. И конечно, еще мне было удобно общаться с ним именно на своем языке. А Гуру Махараджи ка джазмент итна ачча, мен соч не сакал тха. Бас пахли мулакат ме Махараджи нанко бхэдя Тэмил Санкиртан парти ме, о каха ки ап поре Индия ме житне стейтс и хинди ме саб джати прачар каро. То Тэмил Санкиртан парти се хамари сва арамбх хай. Махараджи сразу как-то распределил мое служение, и он меня отправил в выездной Сангиртане, и с этого началось мое служение. Тапани Гуру Махараджи, когда dedication он дикал, кис тара се он апне шишьон утса бхарте хэн. Я уже наблюдаю, каким образом он вдохновляет своих ученикам. А китни бори-бори агар смасся хай, а Махарад сану гран прасут карте хэн, то уско бори митхе ган се он очень хорошо понимает, объясняет суть философии сознания Кришны. А вы можете также на английском
английском языке переводить. Есть многие преданные, которые хотят слушать. Пожалуйста. У меня читали эту маразмку, но не шел по мукашин директор Банай. То мне это потайник, мне это сура это верно. Радву и Гердзи, он давал с Маразмой кафуна. Марадж меня вот всегда занимает служение. Вот последний раз, когда он мне назначил директор связь по общественности, это неожиданность был для меня. У меня то адрес, как мужик испытаний, а Марадж не сам комиссионный директор. Я вообще никак не проглотил какое-то качество, но вдруг мне Марадж дал такую ответственность. О, и страшно, что мы и Шивати. Мне и декает Марадж, का जो जजमेंट है भविष्य किस तरह से देखते हैं और किस तरह से जजमेंट करके किसकी सेवा के लायक है और सेवा सौंपते हुए उसका पूरा पुशअप करते हैं ये हमें अपने गुरु महाराज की सेवा से गुरु महाराज उचित नायक का जो उचिनिका एवं जन्मायक का जो सूजनी कृष्ण और कभी कभी हम हताश जाते थे और कोई जैसे अपॉइंटमेंट करना हो जैसे प्राइम मिनिस्टर से तो मीटिंग अरेंज कराता गुरु महाराज मैंने अप्लीकेशन डाल दिया तो तीन चार महीने लग गए कभी कभी फ़ोन आ जाता कि अपॉइंटमेंट नहीं मिले मैं महाराज से जब बात करता था फोन सा था महाराज कहते हैं लगे रहो अर्थात प्रयास करते रहना चाहिए और उस प्रयास का फल है कि एक दिन अपॉइंटमेंट मिली है तो पुश करना एक बहुत बड़ी часто я чувствую так, что бывает так, что что-то у меня не получается, но Махарад все время так говорит, что продолжай, продолжай, не ожидай каких-то быстрых результатов. Например, при встрече с премьер-министром Индии, вот я старался и какое-то время занялось, и Махарад все равно меня просил этим заниматься, продолжать заниматься, и в итоге у нас была очень хорошая встреча с ним. कि शीला जी जब मास्को का कुछ प्रॉब्लम थी तो जो शीला जी चीफ मिनिस्टर थी तो उनका मास्को की मेयर सुरक्षा चल रही थी अब गुरु महाराज की विशेष कृपा उन पर रहती है शीला जी बहुत मानते हैं महाराज जी को तो एक बार क्या हुआ कि दो साल दो बार तो चीफ मिनिस्टर बनी थी अब तीसरी बार जब इलेक्शन चल रहा था तो हमारे लाल किला पर एक जगन्नाथ जी का थियेटर थी शीला जी कहे कि मैं तो आके जाऊँगी लेकिन मैं भाषण नहीं दूँ क्योंकि इलेक्शन चल रहा महाराज कहीं बुलाओ उसके बाद जब बात आ गई वो बात चलने लगा ये हुआ कि तीसरी बार आप ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे और संजो देखिए क्यों चीफ मिनिस्टर बन गए तो उचित लोग общественные деятели, политиков, очень любят Гуру Махарадж, нашего Гуру Махарадж, например, Делиси, главный министр Дели, она очень много помогла, благодаря просьбу Гуру Махараджу именно решение московских вопросов, поскольку у этого министра есть хорошее отношение с московским миром. Вот, и она все время обращалась к Гуру Махараджу. Она была дважды уже избрана главным министром города. И был избирательной кампанией для третьего срока. И она как-то не была уверена. Но Гуру Махарадж сказал, что вы еще третий раз будете. И так и случилось. Она была очень довольна после этого. तो फिर आश्चर्य बात थी कि जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उतना शोर मचा हजार लोग उनके घर आए हुए थे पटाखे छूट रहे थे मीडिया वाले प्रेशर थे मैं इसी तरह से प्रेशर कर मीडिया वाले पटाखे छूट रहे थे तो हुआ क्या कि गुरु महाराज बम्बई में थे मैंने महाराज पूरा कि महाराज आपका जो आशीर्वाद दिया था वो जीत तो गए तो महाराज के अभी जाओ उनके पास मैंने गुरु महाराज इसका मैं ऐसे तो बहुत अरसे में जी हूँ देखा पूरा रस से मैं कैसे जाऊँगा अंदर कैसे जाऊँगा महाराज ने कहा नहीं वे टिको ही वास्तव जब मैं गया तो हर रास्ता आसान हो गया सीधा घर में प्रवेश मिल После того, как она выиграла свое, она была очень довольна, она пришла к Гуру Махараджу и выразила свои благодарности. И Гуру Махарадж, сказали, что вы так хорошо помогаете, и поэтому у вас вот такие, Кришна вас занимает еще служение. То есть это мой Гуру Махарадж, который говорит, что мы говорим, что каким образом Россия прочитала Гуру Махараджа,
अभी हम तो दिन से देख रहा हूँ कितना बड़ा प्रचार, इतना अच्छा डेडिकेशन दर्शन भक्तों में देखा। बेचारे कल दिन भर रात भर खुद सब काम कर रहे हैं, खुद सेवा में लगे हुए हैं। हम लोग तो दिन रहते डायरेक्शन देते हैं, काम करो काम करो, यहाँ हम लोग खुद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आशय है हमारे गुरु भाई गुरु सिस्टर दिन रात लगे इतना डेडिकेशन देख, कई चीज़ हमको सीखने के लिए। तो कहीं को हमारे गुरु महाराज जी हैं उनके कृपा से ये सब चल रहा है। Очень много слышали про служение Гуру Махараджа в России, его проповедь. Но когда я этот раз приехал в Россию, я увидел, каким образом служат русские преданные, мои русские братья и сестры. Вчера я видел, каким образом они служили вот, в течение дня и в течение ночи. Каждый из работы, которые тут были сделаны, именно преданными, в Индии мы все время ухаживаем, гляди так, гляди это, но тут преданные самому это все сделали, это удивительно. Это показывает их искренность и преданности. Наш Гуру Махарадж является олицетворением смирения, я поэтому и много других качеств. Я сегодня молюсь о его светлости, Сирада Парсашки, чтобы у него были хорошие долгие лет жизни и хорошие здоровье. Харе Кришна. Дорогие дети, надо вот как-то уложиться в это время. Можете очень быстро говорить, это тоже нормально. Итак, я приглашаю удивительного преданного из Нижнего Новгорода. Он в 91 году присоединился к движению сознания Кришны. И с 91 года он является президентом Нижегородской ядры. Это сколько уже лет? Это уже очень много. 26 лет. Поприветствуем Ананта Шеджу Прабху. Приготовиться Адвайта Ачари Прабху. И из Вашингтона. Харе Кришна, дорогие преданные. Очень рад вас видеть, Гуру Махарадж. Шрила Бхагавадпада ки. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить. Все ясно. Мой Гуру Дев ки. В первую очередь, конечно, хочется поблагодарить нашего дорогого Гуру Махараджа за то, что он проявил такую милость и приехал сюда и дал нам возможность вот, выразить свою любовь. И поблагодарить всех организаторов, кто это мероприятие затеял, несмотря что это, на мой взгляд, очень большая такая авантюра, тем не менее, они решились на это. И все это случилось. Давайте поблагодарим организаторов тоже. Большое спасибо Садхутриджи, Бхактинанда Кришна Махараджу всем. Когда однажды один старший преданный, когда я ему задал вопрос, почему мои друзья, некоторые уходят из движения сознания Кришны, ответил мне, что в основном из-за того, что нет у них отношений с духовным учителем, нет связи. Я отчасти согласен с этими словами, но для меня, Гуру Махарадж, вы всегда являетесь в первую очередь представителем Шрилы Прабхупады, и через какое-то время я узнал, что вы не только внешне похожи на Шрилу Прабхупаду, не только лекции читаете, как Шрила Прабхупада, и полностью передаете его книги, учения в его книгах, но также вы являетесь тем, по милости кого я и многие другие здесь сидящие преданные имеют возможность читать книги Шрилы Прабхупады. Я узнал то, что по вашей милости я купил эту книгу, то есть
как мы знаем, благодаря вашим усилиям, то, что вы приезжали в Россию, первые преданные вдохновлялись распространять эти книги. По крайней мере, вы сами приезжали с книгами, и первые преданные в России, такие как Ананта Шанти, Барадваш Прабу, Нитайчтани Госвами, они вдохновлялись вашей проповедью о важности распространения книг, и уже по их милости мы эти книги приобрели. Но также это были ваши усилия, ваша проповедь, ваш энтузиазм, то, что вы приезжали, когда еще сознание Кришны было запрещено в России, и встречались с преданными, проповедовали. И поэтому я понял, что даже встреча со Шрилой Прабхупадой, она произошла у меня по вашей милости. Другой момент, который я хотел бы сказать, это то, что кроме того, что вы всегда для меня являетесь воплощением Шрилы Прабхупады и примером садханы, примером выполнения его наставлений, еще Гуру Махарадж, реально я вижу, как вы делитесь проявлением своих божественных качеств, такие как смирение и терпение, которые, без которых вся внешняя деятельность, она просто фарс. И я вот хотел рассказать один тоже случай такой, как их очень много случаев, когда я видел, как на практике проявляются эти качества. Но для меня был, конечно, большой шок, когда я при мне... Я зашел как-то в вашу комнату в Майпуре, и стоял брахмачари, и этот брахмачари... В этот брахмачари он... Ну, чувствуется, он что-то сказал, я не слышал, что он... Стоял он очень гордый, он что-то вам такое наговорил, и мы смиренно ему объясняли, назвали его по имени, сказали ему, что ну, не, если ты будешь, ну, я, меня не беспокоит то, что ты меня критикуешь, то, что ты меня ругаешь, но если ты просто, меня беспокоит твоя духовная жизнь, если ты будешь это делать, просто это неблагоприятно скажется на твоем духовном росте. И такую же ситуацию я видел в России один раз, когда тоже застал. И Гуру Махарадж, когда я спросил Гуру Махарадж, что я должен делать, он говорит, ты ничего не должен делать, ты должен сотрудничать с этими преданными. Кришна во всем разберется, меня не надо защищать. Вот, и такое смирение, такая преданность Кришне, Шрили Прабхупаде, она, конечно, очень сильно покоряет наши сердца. Большое вам спасибо, дорогой Гуру Махарадж, за вашу заботу, за то, что вы продолжаете о нас заботиться. И единственное, что хочется попросить прощения за то, что все-таки до сих пор не удается как-то отплатить за все, что вы для меня сделали, и не удается пока еще оправдывать ваши ожидания и надежды. Но я не опускаю руки, и я буду продолжать стараться по вашей милости, по милости ваших духовных братьев. Большое спасибо, Гуру Махарадж. Хари Кришна. Шрила Прабхупада, Шрила Прабхупада ки джай. Я приглашаю преданного из Вашингтона, он является профессором, присоединился в 1983 году в Майпуре. Он является членом совета Вашингтонского храма. Я приглашаю Адвайта Ачарью Прабху, поприветствуем его. Они приехали, трое братьев приехали. И вот он от троих братьев будет говорить. Гуру Махарадж говорит, что он очень большой врач. Известный во всем Вашингтоне. Hare Krishna. So I speak on behalf of my two brothers.
and on behalf of all Washington Guru Maharaj's disciples. My dear Guru Maharaj, Srila Bhagavad Pad, please accept my humble Я буду говорить от имени моих братьев также. My dear Srila Prabhupada Pad, please accept my humble Dandavat Pranam at your lotus feet on this most auspicious day of your divine appearance. Дорогой Шрила Бхагават Пад, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны вашим лотосным стопам в этот самый благоприятный день вашего божественного явления. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Sisi Gaudetai and Sisi Radha Madhav and Radha Madhav Mohan. Слава Шри Прабхупаде, Сиси Гаудетай, Сиси Радха Мадхав и Радха Мадхав Махану. I'm very fortunate to celebrate your divine appearance day among your advanced devotees and well-wishers. Мне очень повезло праздновать ваше божественное явление среди ваших возвышенных преданных и доброжелателей. Thank you, Guru Maharaj, for allowing me to participate in this most auspicious celebration. Спасибо, Гуру Махарадж, за то, что позволили мне участвовать в этом благоприятном празднике. You are the ocean of all divine qualities, and it is impossible to glorify your unlimited qualities, but I make a humble attempt. Гуру Махарадж, вы океан всех божественных качеств, и невозможно прославить все ваши безграничные качества, но я сделаю смиренную попытку это сделать. You are a pure Vaishnava and very true follower of His Divine Grace, Nisi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Вы чистый Вайшнав и искренний, истинный последователь Его Божественной Милости, Ача Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Whatever little association I have with you during your visit to Washington DC, I have witnessed all these great qualities in you. Даже во время небольшого общения, которое у меня было с вами, во время вашего визита в Вашингтон, я лично видел все эти качества у вас. Your dealings with your godbrothers, disciples, well-wishers and unknown common people are very straightforward and without duplicity. Ваши отношения, ваше общение с духовными братьями, учениками, доброжелателями и даже незнакомыми обычными людьми всегда очень прямые и лишены какой-либо дипломатии или лицемерия. Your spiritual instructions are transparent and according to the teachings of Lord Srila Prabhupada. Ваши духовные наставления чисты, прозрачны и соответствуют полностью наставлениям Шрила Прабхупады. You have firm faith in your Guru and Lord Sri Krishna. У вас твердая вера в своего Гуру и Господа Шри Кришну. From time you wake up in the morning up to the night time when you go to bed each night, we are constantly remembering them. С того момента, когда вы просыпаетесь утром и до того момента, когда вы ложитесь спать каждый вечер, вы постоянно помните о них. I recall one incident in 1995. You were underwent a surgical procedure. Я помню одну историю в 1995 году, когда у вас была небольшая операция хирургическая. And you requested your surgeons to keep Srila Prabhupada and Lord Narasimha pictures in the operating room. И вы попросили хирурга, чтобы изображения Шрилы Прабхупады и Господа Нарасимхадева были в операционной. So that you can have constant meditation and darshan. Чтобы вы могли постоянно получать даршан. And you also told me to pray to them. И вы также сказали мне, что я должен молиться. Whenever you enter or leave the temple, whenever you enter or leave the temple or someone's house, you never forget to bow down to deities and Srila Prabhupada. Когда бы вы ни входили в храм или не выходили из храма или в чей-то дом, вы никогда не забываете поклониться божествам Шри Прабхупаде. Guru Maharaj, austerities are flowing in your blood. Гуру Махарадж, аскеза буквально в вашей крови. You perform all the austerities of mind, speech and body. Вы совершаете все аскезы ума, тела и речи. You do not get proper rest, prasadam, sleep or accommodation.
And if we try to offer you, you always say no problem. Вы не получаете достаточного отдыха, просада, сна или бывает место, где вы останавливаетесь неподходящим. Но если мы пытаемся предложить что-то лучше, вы говорите, нет проблем. This austerity comes natural to you. Те аскезы все являются для вас естественными. Gurudev, you are very merciful and kind to all living entities, but you are most merciful to your disciples. Гурудев, вы очень милостивы и добры ко всем живым существам, но вы особенно милостивы к своим ученикам. You are sacrificing your entire life to serve Srila Prabhupada, to preach Krishna consciousness all over the world. Вы пожертвовали всю свою жизнь на служение Шриле Прабхупаде, чтобы проповедовать сознание Кришны по всему миру. You accepted so many sinful and grossly materially contaminated souls like me as your disciple. Вы приняли очень много греховных и материально оскверненных душ, подобных мне, свои ученики. Even though you have so many responsibilities and have to deal with many issues in ISKCON, you make time for your disciples. Хотя у вас есть много обязанностей, и вам приходится решать самые разные проблемы в ISKCON, вы тем не менее находите время для своих учеников. And you are constantly worried and thinking about the spiritual progress. И вы постоянно думаете и беспокоитесь о духовном прогрессе своих учеников. You want to make sure no one is left behind. Вы хотите удостовериться в том, что никто не остался без внимания. Guru Maharaj, on this auspicious day, I sincerely pray to Lord Krishna and Srila Prabhupada to bestow you a very healthy and long life. Гуру Махарадж, этот благоприятный день, я искренне молюсь Господу Кришне и Шриле Прабхупаде, чтобы они даровали вам очень здоровую и долгую жизнь. Пожалуйста, простите мне, если я совершил какие-то оскорбления по отношению к вашим лотосным стопам. Я надеюсь служить вам жизнь за жизнью. Your insignificant servant, Advaita Jayadasa. Ваш незначительный слуга, Адвайта Ачарья Дас. Пожалуйста, приготовьтесь. Матхупати Прабху из Казахстана и Ревотинанна Прабху из Казахстана. А сейчас я приглашаю преданного, который присоединился в Чиндигаре в 1982 году. Это как раз 82 год, когда был Махарадж начал принимает учеников. Он является президентом храма на Курукшетре. Сакши Гопал Прабху, поприветствуем его. Ом Гьяна Дивянда Шибьяна Ламасарая. Сакши Гульна Камина Тасмай Сигурая. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Gopala Krishna Goswami Prabhupada Shri Sahityam Ne Prakasa Chaviti Cha Pratkaram Pitvam Sadhu Bhutale Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adhita Prabhadha Shiva Sadhi Guru Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama हम सब गुरु भाइयों बहनों का बड़ा सौभाग्य है जो आज हमें गुरु महाराज का जन्मोत्सव सभी एंटे बनाने का इकट्ठे यहाँ पर एशिया में मास्को में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है это большая удача для нас и брат и сестры праздновать Vyasa-Puja нашего духовного учителя Москвы सबसे पहले एशिया यात्रा मास्को के सभी भक्तों का Я первый хотел поблагодарить всех преданных московских театр за их гостеприимство. Я говорю, мальчик сад саман है, वो जन्म जन्मों का है, कोटि जन्मों का है, ये मुझे मालिक द्वारा बताया गया है. Мое отношение с моим духовным учителем это рождение, то есть это не это вот жизнь только, это уже я слышал и знаю. В 1982 ISKCON Чандигарх, Радха Мадхав Бишан, и мне была встреча с Гуру Махараджем.
Я присоединился к движению в 1982 году, и как раз в этом году я познакомился с Гуру Махараджем. All 1983 में मुझे दिशा प्राप्त हुआ। И в 83 году я получил инициацию. После бат 1991 так мне Чандигарх мне тайго командор, кайтон директор оператора. И до 91 года я служил в Чандигарском храме, темпл командор и также другие служения у меня были. 1991 मैं बंबई में हूँ वो महाशिवास लगभग मुझे आदेश मिला कि आप धर्मक्षेत्र पुस्तक में जाओ और इस कौन का प्रचार और कृष्ण अर्जुन मंदिर की वो प्रचार करो 1991 году बंबे я получил наставление от Гуру Махараджа чтобы я поехал в Курукшетру и там помог построить храм वास्तव में उस समय मैं जाने के लिए नहीं था मैंने बहुत प्रकार से महाराज से माफी मांगा प्रयास किया कि मैं जाऊं चंडीगढ़ से लेकिन महाराज का स्टैंडिंग ऑर्डर था कि नहीं आपको जाना तो शाम के लिए नहीं खाते ले पाइए का तुदा ना महाराज ने उसे तेजदाल का बना स्टैंडिंग ये भी मौका था जैसे ये तुझे पाइए जब मेरे सारे प्रयास विफल हो गए तो मुझे गुरु महाराज के आदेश को स्वीकार करना पड़ा फर्स्ट जनवरी 1992 में मैं चंडीगढ़ से धर्मक्षेत्र पुत्र में आया и но я поехал несмотря на все мои сопротивления Поехал туда, я поехал в 92 году туда Курукшетру. Но Курукшетру में आपने महाराज की जो कृपा महाराज के जो अनेक प्रकार के जो जो बताई नहीं जा सकते ऐसे से मैंने अनुभव किया हमारे साथ में के साथ कार्य करके इनकी सेवा में कि मुझे लगता है कि महाराज साक्षात भगवान के और रूप भाई के सच्चे प्रतिनिधि हैं Но в течение моего пребывания в Курукшетре и моего служения у меня очень много реализации относительно нас, духовного учителя. Я знаю, уверен, что он является истинным представителем Кришны и Сри Прабхупады. Махарадж, जब भी किसी शिष्य को आदेश देते हैं, तो कई बार शिष्य को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें हमेशा शिष्य का हित होता है. Когда Махарадж дает какое-то наставление ученикам, часто это ученик думает, что это не для меня. На самом деле, духовный учитель знает, и это для блага ученика. Махарадж не аж так дуби адрес дия хай. Я тут мне йога не хун, лекин усо кене ва кусу пра кене ва прияс карта ра хун. Вот мне деха ки жо Махарадж чате хота хай. Хотя я не квалифицирован, что это делает. Но когда я что-то я какие-то усилия прилагаю, я знаю, что Гуру Махарадж этого хочет, то оно все получается. Вот мне сами гуру, бхайи и гуру, бхену, кое-что батана чата хун, ки Махарадж ки кирпа се, хаме Дхармакши Пустара ме, 1988 ме, 6 кадже ме мила, рекорд ме фас гая, ор уске баад, 16 сал ке баад, хаме куне, महाराज के ही कृपा से नया लैंड मिला है 1999 to 2015 я хочу сказать что помилость нашего духовного учителя мы получили сейчас очень хороший земельный участок первоначальный который был нам выделено 1888 году но возникли какие-то тяжбы судебные И спустя вот 15 лет, больше там 15 лет, мы опять эту землю получили для строительства храма Курукшетры. Джо Шхан, который Харамакши Кутана Прахтова, Вая Шхан, Ушхан Сибиркур, 1 километр пехле, он сайт, он дор, джахан пар Бхагаван Риасе, лагбар 200 сал пехле Бхагавита, Аджангу Прадан Пьета. Земельный участок находится буквально километр расстояние от того места, где я Кришна исповедовал Бхагавад-гиту Арджуну. Мы получили почти 2 гектара, ну или больше 2 гектара земли от правительства Харьяны. Джайса Кришна Прабхупад, Джайшхон Кришна Чарьи, Бхурне Дхармакши Пустраме, Пустханпе, Эк Вишал Кришна Арджун Мандир, Опаджа Чахата, अब उसका 2 साल से निर्माण चालू कार्य हो गया। Сил Прабхупад очень хотели, чтобы у нас в Курукшетре построился хороший храм, и уже
течение последних двух лет уже строительство идет, и мы очень рассчитываем, что этот храм будет построен в ближайшее время. ये सब कुछ पॉसिबल है, हो रहा है, ओनली योनेस गोपाल सिंह गोस्वामी महाराज जी के पैसे जो हमारे दिए गुरुदेव है. Вот это все происходит благодаря усилиям и милости нашего духовного учителя, вот, который является нам возлюбленным нашим учителем. ये लगभग 125 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें 5 फीचर है. कृष्ण अर्जुन टेम्पल है, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है, रोजन है, म्यूजियम है और गोविंदा रेस्टोरेंट है. तो इस प्रकार पहले कई हाल हैं जो वेदा के संज्ञा के बनाए जाएंगे और इसके बनने के बाद मुझे विश्वास है कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का गीता का प्रचार बढ़ेगा. Это тот же масштабный проект, который стоит много миллионами рублей. И мы уверены, что после того, как этот храм будет построен, сознание Кришны и послание Бхагавад-гиты еще будет распространяться по всему миру. В этот день Гуру Махарадж Вяс-Пуджа Дэй, в день Гудрасва, я Гуру Махарадж Чандрамахан Чоти Пранам Пратаха, कृपा की याचना करता हूँ, भीख मांगता हूँ और भगवान श्री श्री राधा पाई जी से इनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे कि हमेशा हमारे पीछे प्रकार की भावना रखे. हरे कृष्ण. Благоприятный день, я носу свои смиренные поклоны благодарствов Гуру Махараджа и молюсь Господа за хорошее здоровье и чтобы он долго с нами находился. Хари Кришна. Шрила Гопал Кришна Госвами Махарадж ки джай. В следующий раз, когда вы поедете в Индию, пожалуйста, посетите Курушетру. Мы очень благодарны за такой труд Сакши Гопал Прабху. У нас также тут присутствует Адидева Прабху и Акура Прабху, двое братьев, которые приехали из Канады. Они очень много помогают, именно финансовая помощь они оказывают этому проекту. И они оба помогают развивать этот проект. И также у нас есть Прия Говинда Прабху, тоже очень помогает этому проекту. Также у нас есть многие другие преданные, которые помогают этому проекту. Спасибо всем большое. Я хотел сказать расписание. Мы еще чуть-чуть будем продолжать читать подношения. И после этого Гуру Махарадж скажет ответное слово. И после этого у нас будет Абишека и Гуру Пуджа и Пуспанджали. И после этого будет раздача прасад. И мы вечером опять же начнем программу прославления именно в этом зале с 19:00. Еще будет предложение ставить с ним блюд и огромного торта. Я приглашаю преданного. Я сказал, что вас сиденье, по-моему, более комфортабельное, чем мой. Я приглашаю преданного из Астаны, он является президентом храма в городе Астана и региональный секретарь по Казахстану. Поприветствуем Ревдинанову Прабху. И приготовится один человек Кришна Прабху и Двиджа Кришна Прабху. Астана находится в Казахстане. А Казахстан находится там, где Таджикистан.